В начале встречи минуты молчания. Ольгу Данилову губернатор знал лично. Глава региона обсудил с общественностью, как увековечить не только память о ней, но и всех тех людей, кто остается верен этой нелегкой профессии. Я думаю, что с учетом того, что 2018 год объявлен президентом годом добровольчества, годом волонтерства, годом там, добрых дел, было бы здорово, ребят, чтобы вот мы все вместе просто пока подумали, где можно эту скульптурную композицию сделать, как ее правильно сделать, чтобы это было еще за это и память самой Ольги, и одновременно память о той большой работе, которой она занималась. По большому счету, даже это, наверное, не работает, такое служение было. Координировать эту работу будет рабочая группа с учетом общественного мнения. Провести какие-то социологические исследования посредством интернет-опроса по вопросу размещения. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.